Сегодня получил долгожданную посылку. Моя старая коса, которая служила уже более 20 лет, еще старого советского производства, решил заменить на австрийскую косу. Купил изделие под названием «Две коровы» фирмы Йохан Офнер. Кстати говоря, инструмент подобный производит с 1772 года. Вот и камешек тоже в придачу. За небольшое время накосил вот такую небольшую копешку. Не косит, бреет. Реклама не подвела, не обманулся. Стоит коса очень дорого, но она стоит того. Без напряжения, при том, что трава достаточно мелкая, получилось очень хорошо. Это иллюстрация к тому, как говорят, построить один корабль нужно мастер, древесина и 3 года времени. Чтобы построить флот, нужно 300 лет традиций.